Здравствуйте, в эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 24 декабря. В студии работает Андрей Тен. Ректор Карагандинского государственного медицинского университета рассказала о деятельности вуза, его перспективах, возможностях и достижениях. Второй раз за всю историю университета состоялся отчет руководителя перед жителями Карагандинского региона. Качество медицинской помощи напрямую зависит от квалификации медицинского персонала. Это общеизвестный факт. Именно поэтому в Карагандинском государственном медицинском университете по рекомендации Министерства здравоохранения стали проводить отчетные встречи с населением. В своем выступлении ректор остановилась на основных стратегических направлениях деятельности университета – лидерстве в исследованиях, совершенстве в образовании и студенческой жизни, развитии кадрового потенциала, интернационализации, партнерстве, менеджменте и финансах. Таким образом, за 2018 год у нас основные следующие достижения – это 3 звезды в рейтинге QR Stars, оптимизация структуры вуза и бизнес-процесса, привлечение зарубежных экспертов на позиции топ-менеджмента, открытие центра обслуживания студентов в территории честности, наш центр вошел в Лигу академической честности, наш центр практических навыков вошел в список симуляционных центров Европы, признанных аккредитационным органом СИЗАМ и международной директорией симуляционных центров. Наш профессор, уважаемая Лариса Сергеевна, является победителем в номинации «Лучший ученый в здравоохранении» по итогам республиканского конкурса. Мы открываем свою университетскую клинику и переходим в некоммерческое акционерное общество. Ну и если в этом году не успеваем, то в начале 2019 года мы станем исследовательским университетом. Стоит также отметить, что это вторая отчетная встреча за всю почти 70-летнюю историю медицинского университета. Первая встреча состоялась в прошлом году. Ее результаты говорят о чрезвычайной полезности подобного мероприятия. И, конечно, общественность должна знать, это должен быть открытый процесс, прозрачный процесс. Как же осуществляется образовательный процесс, какие действительно есть задачи, какие, может быть, успехи, какие планы для развития, как это соотносится с практическим здравоохранением. Ведь вуз не работает в вакууме, вуз работает в тесном взаимодействии с медицинскими организациями. И его деятельность напрямую связана со здоровьем людей. То есть то, как мы готовим, то, как мы принципиально, честно оцениваем знания наших студентов, это будет влиять на их работу, на качество их работы с пациентами. Это говорим мы и о врачах, и о менеджерах здравоохранения. В университете отмечают, что подобная встреча – это важная форма коммуникации с населением, которая свидетельствует об открытости, прозрачности деятельности вуза. А прозвучавшие вопросы от студентов, представителей общественности и населения простимулируют руководство университета и преподавателей на еще более взыскательную работу. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Центре формирования здорового образа жизни ТО ТВКЗ-4 подвели итоги деятельности за весь 2018 год. Но подвели в свойственной манере: никаких речей и докладов, а танцевальный флешмоб и консультация медицинских специалистов. Только отказ от вредных привычек, физическая активность и полноценное питание позволят продлить жизнь. Такова главная тема широкомасштабной акции, которую провел Центр формирования здорового образа жизни ТО ТВКЗ-4 совместно с областным управлением здравоохранения. В одном из торговых домов Караганды расположились медицинские специалисты поликлиники номер 1, у которых можно было получить консультацию, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Эта акция посвящена нашей теме приверженности населения здоровому образу жизни. Таким образом, мы хотим широко осведомить людей, что нужно выбирать физическую активность, правильное питание, вести здоровый образ жизни. Поэтому у нас лозунг следующего года, который будет: мы выбираем здоровье, и здоровый образ жизни – это модно. Одним из главных адресатов выступает молодежь. Чтобы убедить их в правильности выбора здорового образа жизни, организаторы подготовили танцевальный флешмоб. В акцию
акции приняли участие все общественные организации, которые в течение всего 2018 года помогали в проведении различных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. Это и молодежное крыло «Жасотан», и Союз детских и подростковых организаций Карагандинской области, и многие другие. Стоит также отметить, что подобные мероприятия в этот день прошли во всех городах Центрального Казахстана. Андрей Теноман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания.